Мы выпустили альманах наш «Звенигорье-2» в апреле месяце, в конце, перед самым Днем Победы. Думали сделать презентацию к Дню Победы. Он посвящен Дню Победы. 75-летию. Над вторым сборником стихов трудились все поэты литературного объединения «Звенигорье». Работу провели масштабную. Нужно было не только отобрать самое лучшее, но и тематически выдержать книгу. Главная тема – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Звенигород, Звенигород, прекрасный город мой. Люблю тебя, Звенигород, всей русской душой. Река Москва, красавица, любуется тобой. Подножие касается, как лентой голубой. Искренне печалюсь у вечного огня, погибшим поклоняюсь, молчание храня. Звенигорье объединило разные поколения, регионы, города. Несколько филиалов успешно работают далеко за пределами нашего округа. Благодаря опыту руководителя Георгия Босняцкого было принято решение открыть в муниципалитете отделение Московской областной организации Союза писателей России, который возглавит Георгий Петрович. Это даст возможность, конечно же, расширить ряды членов Союза писателей России. Мы надеемся, что и в ближайшее время писатели и поэты, которые живут и творят в нашем округе, вступят в ряды Союза писателей России. И, конечно же, творческое движение, обмен опытом и творчеством получит новую струю развития. Ангелина Шендрикова уже 5 лет является членом Союза писателей России, выпустила 2 сборника стихов и готовит 3-ю книгу. Без поэзии из Звенигорья сегодня свою жизнь не представляет. Когда прошло уже 20 с лишним лет моего увлечения поэзией, и я не могу отрываться от этого дела, потому что она для меня уже жизнь, она для меня уже жизненный статус, она для меня фактически сейчас все, весь мой духовный мир. Солдат отчизны, он всегда солдат. И если пал он в битве за свободу, живыми он приветствует парад. И жив всегда он в памяти народа. Эти строки Георгий Босняцкий посвятил неизвестным героям Великой Отечественной войны. В альманах вошли поэтические работы еще 40 авторов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».